Друзья, шла по улице Баграмяна и поймала такой кадр. Я думаю, вы будете очень рады видеть Арарат, тем более с таким вот прекрасным небом на заднем фоне. И самой просто дух захватывает. Красота неописуемая. Я нахожусь Баграмяна примерно 45, вот здесь, и иду по делам. Очень спешу, поэтому такую прогулку не буду делать со своей болтушкой, болтологией. Просто выключусь. Хотела снять для вас Арарат. Мои хорошие, в Ереване тоже бывает снег. Видите, какая погода. По такой погоде я тоже очень сильно скучаю, потому что у меня дома часто бывает снег, который рыпит под ногами. Такой вот морозный воздух. Поэтому я сейчас смотрю и любуюсь, собираюсь на работу. Решила вот соснять вам немножко, чтобы вы увидели. Но это уже мало. Пару дней назад, я жалею, что не сняла, было очень много снега. Но он растаял, теперь опять немножко выпал. Небо красивое. Все, я пошла. Пока. Господи, как красиво. Небо какое с окна. Живую так оно поярче даже. Говорят, что это если такое розово, такое коралловое небо, то значит будет мороз. Но чувствуется холодно. Снег чуть-чуть есть, видите, там беленькая. Красота. Мы приехали в Рио Молл. Паркуемся. Друзья, мы находимся в Рио Молле. Тут моя свекровь с мужем пошли по делам в другую сторону, я в другую. Мы договорились встретиться в одном из магазинов. Потом пойдем еще в фуд-корт. Что-то покушаем. Смотрите, какие красивые розы. Ну, они достаточно дорогие, если так сказать вам честно. Красота. Ой, обожаю руж. Ну, не то, что руж, честно так сказать, а вот технику. Магазин любимый. Парфюм. Вот так мне здесь приятно, что мало людей. Комфортно. Тут хорошая обувь. Это Sally. Sneakers называется магазин. Mobile Center. Ага, вот сумки. Интересно, мужские сумки. Какую цену? Красивые кошельки здесь есть. Какие красивые. Мне нужен... У меня есть большой. Такой маленький меня интересует. $94 000.
Ох, и цены. Я же не решаю.